Между прочим, я следил за Стодардом из этого гостиничного номера. Я и не сомневаюсь. Не оправдывайся, детектив. Я и не оправдываюсь. Просто сказал. Так что там с Тайсоном Летчфордом? Его кокс для богачей, тех, кто не разбирается в нем. А те, которых ты накрыл, Тайсон уже не в их компании. Но иногда его старым дружкам-жуликам перепадает халява от него. Так, может, найдем какого-нибудь? Ты читаешь мои мысли, детектив. Так что будь начеку вечером. На этой нарковойне нет места шуткам. Можешь не рассказывать. За последние полгода я потерял двоих друзей. Оба патрульные. Да, слышала уже. Очень жаль. Мне тоже. Майами совсем в дерьме погряз. Это ведь как раз то, чем мы занимаемся. Разгребаем дерьмо. Стоддарт про тебя так говорил? Что говорит? Что ты обожаешь. У вашей машины грязное окно. Давайте я помою его. Не брызгай на стекло. О, Господи. Эй! Ладно, ладно. Эй, эй, а может, отдадите, может, дадите мне хоть $5? Ладно. Знаю. Просто вы таких, как извини, я, капиталистами называете. Не на моем дежурстве. Ладно. Хорошо. Следите за порядком на районе, офицер. Берегите себя. Знаешь, район, где я вырос, не очень далеко отсюда. Да? Из грязи в князи, значит? Дай-ка догадаюсь. С южного побережья? Не, из Лос-Анджелеса. Округ Ориндж. А, то есть из князи в грязи. Ага, типа того. Что это? Наверное, конфискация наркотиков. Я не согласен на обыск. У меня достаточное основание, полудурок. Мне не нужно твое согласие. Эй, Гусман, ты кого там взял? Нашего старого дружка Хакс.